Всем привет, меня зовут Алексей, я менеджер компании Farnax. Сегодня я расскажу вам о новинке компании ТМФ – маленькой отопительной печке Le Bourget. К осени актуальность отопительных печей растет, и наша компания готова предложить вам печи для разных объемов помещений. Данная печь способна отопить небольшое помещение, будь то дачный домик либо гараж, объемом от 35 до 50 кубических метров. Печь имеет миниатюрные размеры и выполнена из конструкционной стали толщиной 3 мм. Вес печи всего 20,5 кг. Но что ее отличает от подобных печей, все сварные швы здесь невидимы и располагаются на внутренней поверхности печи. Печь Le Bourget оснащена стандартным диаметром дымохода 115 мм. Данная конструкция дымохода позволяет избежать потеков на внешней стороне трубы, а весь дёготь будет стекать в саму печь. Дверца печи оснащена небольшим отверстием, с помощью которого вы можете контролировать процесс горения печи. Печь Le Bourget лишена варочной поверхности, но верхняя часть печи разогревается до высокой температуры, где можно спокойно подогреть пищу либо вскипятить чайник. Печь Le Bourget имеет миниатюрные размеры, но вмещает в себя достаточно длинные дрова, порядка 40 см. В самой печи расположен небольшой отбойник и небольшие золонаполненные стальные колосники. Зольный ящик данной печи выполнен треугольной формы. Он не имеет заднего бортика, его можно использовать как совок для сбора золы. Срок гарантии на данную печь составляет 1 год. Обязательно подписывайтесь на канал Farnax Film и наши социальные сети, а также мы ждем вас на нашем сайте farnax.ru и в розничных магазинах сети. А я с вами прощаюсь, до новых встреч!